Здравствуйте, уважаемые зрители видеоканала «Планета Дзюдо». Я Роман Карасев, и сегодня я хочу анонсировать начало голосования премии «Гений Дзюдо» 2022 года. Как вы знаете, премия «Гений Дзюдо» была инициирована мной уже почти 20 лет назад, и из года в год люди присылают свои заявки, присылают свои голоса за того или иного кандидата, и чтобы этот человек стал носить почетное звание «Гений Дзюдо». Я, в свою очередь, делаю специальные памятные сувенирные дипломы, рассылаю лауреатам этой премии, и таким образом в историю человечества записываем именно тех, кто удостоился носить звание «Гений Дзюдо». В этом году, в 2022, немножечко я изменил регламент голосования, и так называемые номинации. Поэтому, если раньше было 7 номинаций, вы можете посмотреть историю этой премии, то сегодня номинация будет только одна. Она подразумевает человека. То есть гений дзюдо – это человек, который внес свою лепту в то, что называется дзюдо. Это может быть не обязательно человек, который практикует то или иное боевое искусство. Это может абсолютно быть любой человек – мужчина, женщина, ребенок, пожилой человек – вне зависимости от того, где он живет, как называется эта страна. Главное, что вы, те, кто отдаете за него свой голос, должны написать, почему вы именно хотите, чтобы этот человек стал лауреатом этой премии, почему именно вы хотите, чтобы он носил почетное звание «Гений дзюдо». Написать это не обязательно, это много информации, достаточно кратко. И таким образом тот человек, который получит больше всего голосов в свой адрес, тот будет лауреатом премии «Гений дзюдо». То есть премия «Гений дзюдо» 2022 всего лишь одна, лауреатом может стать только один человек. Вот такие новые правила. Я со своей стороны приложу все усилия, чтобы было четко подсчитано количество голосов, отданных за того или иного кандидата на это почетное звание. Ну а теперь давайте перейдем к тому, с какого числа начинается голосование. Значит, голосование начнется с 25 ноября и продлится до 31 декабря 2022 года. После подсчета голосов 15 января 2023 года будет объявлен лауреат премии «Гений дзюдо 2022». Значит, подробнее еще будет по премии «Гений дзюдо» информация в описании к этому видео. Там же будет информация, куда отправлять свои заявки. И добро пожаловать! Жду ваши заявки. Жду новых гениев дзюдо. Присылайте. Сделайте так, чтобы кто-то стал почетным носителем этого почетного титула «Гений дзюдо 2022». Всего доброго!